Ну что ж, ребята, вы знаете, я все вот эти дни, которые у нас проходили до официального открытия, смотрел в лица некоторых наших участников и видел какое-то недоумение. Мы же приехали на фестиваль «Новая волна идей», а на сцене большими буквами написано «Волна идей». Я представляю вам правопреемника и хранителя традиции фестиваля «Новая волна идей» — международный творческий фестиваль «Волна идей 2012! Очень приятно видеть среди вас всех участников команды, которая уже не первый год с нами. А это значит, мы смогли выполнить нашу самую главную задачу — создать атмосферу безграничного творчества. И наш фестиваль открывает специальный подарок. Я бы даже сказал, именной подарок от танцевального коллектива «Потешки». Город Бобруйск, маленький кораблик, который приплыл на фестиваль! Волна идей, аплодисменты! Флаги. В синем-синем море чайка над волною парит. Маленький кораблик из обыкновенной бумаги, словно лайнер по морю скользит. Он плывет куда-то в сказочные дальние страны. Неизведанным островам. Что же он ищет там? Как подал, мой не знает.
Аплодисменты коллективу Потешки, город Бобруйск, Республика Беларусь! Тысячелетиями люди рождались великанами, и ленность души превращала их в карликов. Но здесь собрались другие люди. Мы не откажемся от мечты из-за шума мнений окружающих. И мы ни за что не променяем творчество, поиск и дух истины. И за это нас, как водится, будут строго судить. Для меня большая честь представить наших членов жюри международного фестиваля «Волна идей» под ваши бурные аплодисменты! Итак, встречаем Игорь Задорожный, вокалист, обладатель мягкого лирического баритона полного диапазона. Он является дипломантом 4 и 5 Всебелорусского фестиваля национальных культур 2003 и 2004 года. Лауреатом всероссийского открытого конкурса исполнителей русского романса «Романсиада», город Москва, 2004 год. Призер первого международного конкурса вокалистов имени Александрова, город Минск, 2004 год. Является работником Белорусской государственной филармонии. Аплодисменты! Игорь Задорожный. Денис Карлюк, хореограф-постановщик, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель театра эстрадного танца «Феерикс», организатор международных фестивалей и конкурсов. Ваши аплодисменты, Денис Карлюк. Григорий Данчак, генеральный директор и музыкальный продюсер компании Music Star, продюсер знаменитой эстрадной певицы Венеры, Республика Беларусь. Ваши аплодисменты. Он находится в соседнем с нашим городе и завтра будет у нас на конкурсной программе. Ольга Карлюк, музыкант-исполнитель, народные инструменты и дирижер, организатор международных фестивалей и конкурсов, лауреат международных конкурсов инструментальной музыки. Ваши аплодисменты! Павел Пашковский, главный звукорежиссер национальных отборочных туров «Евровидение» и «Новая волна» в Республике Беларусь. Генеральный директор компании «Хороший звук», музыкальный продюсер концертного агентства «Концерто Гроссо». Ваши аплодисменты! Он также находится в соседнем с нашим городом и будет завтра на конкурсной программе. Встречайте, Наталья Чапко, режиссер межгосударственной телекомпании «Мир», дважды лауреат национального телевизионного конкурса «Телевершина», Республика Беларусь. Лучший проект для детей и юношества, 2007 год. Лучшая общественно-политическая программа, 2002 год. Лауреат международного телекинофорума «Вместе». Лауреат российского фестиваля «Живое слово». Участник документальных показов «Листопад». Ваши аплодисменты, Наталья Чапко! Александр Александр, профессиональный хореограф, постановщик народных танцев, лауреат международных конкурсов. В этом году отметил свой творческий юбилей. 45 лет на сцене. Республика Болгария, встречайте! Юрий Митев, педагог Варнинского университета, факультет хореографии, специальность народное творчество. Юлия Дегтяренко, лауреат международных конкурсов. Россия, встречайте! Ну что ж, я знаю, что члены жюри подготовили, некоторые из них подготовили подарок для нашего фестиваля. Я приглашаю сюда Игоря Задорожного.
Приветствуем! Всем добрый вечер, друзья! Как настроение? Чтобы поднять боевой дух перед конкурсом, позвольте вам подарить песню. Песня о победе. Я уверен, что вы все обязательно победите. У вас есть такая возможность. Ну а сегодня просто зажигаем наш вечер. Открываем фестиваль «Волна идей 2012». Летят года, но не беда, что уходящий день уже история. И верю я в тебя, всегда моя звезда, моя Виктория, моя победа, моя Виктория. До конца пройду весь этот путь с тобой. Как долго я тебя искал, по лабиринту дней я шел по свету, но ты меня нашла и крылья мне дала. Ваших желаний. О чем вы мечтаете, я знаю. О победе! И у вас это обязательно получится. Но поверьте мне, самое главное, что вы все здесь, в этом замечательном месте. И я вам хочу пожелать, чтобы вы поймали свою волну, волну идей! Моя Виктория, моя Виктория, твоя любовь. Вместе с вами. Новая волна! Всего самого светлого! Побеждайте! И верьте в самое светлое! Я уверен, этот фестиваль вам запомнится на долгие-долгие годы, потому что мы приехали сюда подарить праздник друг другу!